Почему мужчины не ценят хорошее отношение к ним? Ярослав, я мужа начала благодарить, а он злится, а он агрессивничает, ему не нравится. Что с мужчинами случилось? Почему они не ценят хорошее отношение? Да? То есть, да? Представьте, Маугли вывезли в Нью-Йорк. Какая его реакция будет у Маугли, которого вывезли в Нью-Йорк? А тут приходит такой довольный, комплименты делает подарок дарит. Они выросли в плохом отношении к ним. И это раздражает. И это вызывает агрессию. И это не искренне. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как перейти к этому важному видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Часто слышу такой вопрос. Ярослав, я говорю мужчине комплименты, а он злится. А он злится, а он агрессивничает, ему не нравится. Ярослав, я мужа начала благодарить или с каким-то мужчиной там была на свидании и сказала ему спасибо, искренне за что-то поблагодарила. А мужчина сказал, не надо мне благодарить, я же мелочи делаю. Да, он как-то... И я увидела, что ему не понравилась моя благодарность. И в общем этот вопрос похож на то, как Почему мужчины не, что с мужчинами случилось, почему они не ценят хорошие отношения, да, или почему, когда к ним хорошо относятся, они не ценят, когда для них хорошая ты, а когда ты плохая, да, то есть какая-то там полустерва, поли, полустрогая, тогда все, да, все не идеально, но тогда намного лучше, чем когда хорошие отношения. Первое, что нужно понимать. Давай представим, что мужчина, например, с которым ты была на свидании или мужчина, с которым ты связал жизнь. Ему всю жизнь мама с папой, либо, что чаще бывает, мама, что всю жизнь ему говорила в большинстве случаев те дети, которые выросли во времена СССР или постсоветское пространство, что нам говорили? С тобой что-то не так, ты какой-то не такой, ты вот Петя лучше, Вася умней, Николай мудрее, Святослав послушнее. Да, а этот хорошо, учится, а ты плохо. То есть нас часто сравнивали. И если мы делали что-то хорошо или классно, что мы слышали? Очень редко похвалу, а чаще что? Ну, нормально. Так и должно быть. Ну, хорошо, да. Я помню, я получил хорошо для, для моих родителей важно, чтобы я был отличником. Очень было важно. Я помню, у меня папа забирается со школы, и у меня там все пятерки. И я такой радуюсь, да, что сейчас мои родители будут рады. И классный руководитель говорит: Смотрите, ваш Ярослав молодец, отличников у нас мало в классе. Ярослав такой молодец, отличник. Я помню, папа говорит: ну, нормально. Сейчас вот пойдет, сейчас пойдет там на огороде нам помогать. Ну, нормально. То есть я помню, у меня же все... Ну, вот как сейчас помню эту ситуацию. Или критику, что ты чаще слышали не молодец, классный, там, талантливый, у тебя все получится, а что-то со знаком минус. И вот представь, этот мужчина попадает к женщине, которая говорит, слушай, а ты классный, ты с тобой все хорошо, у тебя все... То есть, да, представьте, Маугли вывезли в Нью-Йорк. Какая его реакция будет у Маугли, которого вывезли в Нью-Йорк? Хотя, казалось бы, в Нью-Йорке, наверное, лучше, чем в, в джунглях. Его реакция будет негативная. Почему? Да потому что он всю жизнь в джунглях был. Тут вы верните, пожалуйста, меня в джунгли. Мне в джунглях нормально. Вот так же и мужчины есть, которые они выросли в плохом отношении к ним. И когда они получают другое что-то, особенно резко, особенно когда жена ему пять лет подряд пилила мозги, отношения все равно от этого хорошие не стали, и он думает, так, что делать? И тренер сказал, нужно благодарить. Какая его реакция будет? Конечно же, ступор. Это, представь, такая же реакция, когда, ну, представь, мужчина тебе в отношениях, и уже последние годы давно что-то не так. А тут приходит такой довольный, комплименты делает, подарок дарит. Какая мысль первой у женщины? Что с ним случилось? Что нет? Что нет? Э, настороженность. И это первая причина, почему. Ну, то есть тут даже не первая причина. а уже несколько причин я перечислил, почему такое может быть. И наверное, да, ты с таким мужчиной попала на свидание. Или да, ты с таким мужчиной связала жизнь. Но я тебе больше скажу, что большинство мужчин не слышали комплиментов, хороших слов в своей жизни. И женщин это тоже касается. Поэтому его реакция в любом случае будет странной. И ему нужно время, чтобы к этому адаптироваться. Это не значит, что его нужно учить или говорить, слушай, я к тебе хорошо отношусь, а ты не ценишь. Нет, просто посмотри, что будет со временем. Посмотри, что будет со временем. И ты увидишь, что он, ну, как бы адаптируется к этому. Следующая причина, почему мужчины плохо реагируют на хорошее отношение к ним. Потому что многие женщины хорошим отношением, они это делают, знаете, я могу хорошо относиться, ничего не ожидая от человека взамен. Понимаешь? Я могу тебе подарить подарок и сказать, слушай, это просто так тебе, мне искренне хочется тебя порадовать, ты мне ничего не должна. Или я могу подарить подарок и сказать, а теперь ты мне должна. Или причитать этот подарок в каждом конфликте. Знаете, да, таких мужчин? Я ж тебе подарила, ты не ценишь, да? При разводе он делит все. Шубу делит, которую он подарил на свадьбу, да, при разводе. Это о чем говорит? Это был не подарок. Это было как некая взятка, да, за которую, то есть я дарю подарок, я тебе это не сказал вслух, но я считаю, теперь ты мне должна. Вот так же и женщины. Они хорошим отношением пытаются заслужить любовь. И они хорошо относятся к кому-то для того, чтобы этот человек... То есть у них есть, они строят большие ожидания от этого. И большинство девушек хорошим отношениям. Они пытаются заслужить, заслужить любовь мужчины. И это раздражает. И это вызывает агрессию. И это не искренне. А вы знаете таких мужчин тоже, заслуживателей любви? Это тоже маленькие сыночки. Обычно эти мужчины очень удобны, и с ними вообще не интересно. <с> да? Это женщины часто говорят, Терстав, а что? Мужчины как бы ухаживают, а со временем становятся мне неинтересны. Потому что притягиваешь вот таких заслуживателей любви, маменькиных сыночков. К чему это все говорю? Что если у тебя есть претензия, что ты кому-то хорошо относилась и это не ценили, отследи, ты реально заслуживала любовь или же ты просто без корыстно, ну, хорошо относилась к человеку, не ожидая ничего взамен. Но когда я могу относиться хорошо к человеку, не ожидая ничего взамен? Вот когда я могу отдавать, не ожидая ничего взамен? Когда у меня есть чего-то много. Приведу пример. Например, сейчас я во многом помогаю своей маме, да, то есть она ни в чем не нуждается. То есть когда у меня не было чем ей помочь, я ей не помогал. Потому что тогда бы мне пришлось отрывать от себя. Сейчас я помогаю ей, потому что у меня есть многое, и мне есть чем помочь. И это для меня, ну, я ничего не ожидаю взамен. Просто так. И я не считаю, что мне за это кто-то что, -то, что -то должен благодарить там, и так далее. Просто отдаю. И поэтому э, перед тем, как учиться хорошо относиться к мужчине, убедись, что у тебя внутри вот это, про... ты настолько проработана как женщина, что ты хорошим отношением, ты не жертвуешь собой, не отрываешь от себя, ты знаешь, на себя забивает, а я к нему хорошо отношусь. Вот это нехорошее отношение, это называется жертвенностью и заслуживание любви. А действительно хорошее отношение и нежертвенность – это когда я на первом месте, это когда я первая буква алфавита, когда есть самооценка и самоценность. При этом я по себе, о себе уже позаботился, и у меня есть ресурс, эмоциональный какой-то, материальный, неважно, отда делиться этим с другим человеком, отдавать это хорошее отношение. И знаешь, в завершении этого видео что хочу сказать, что если ты прокачанная женщина, если ты уверенная в себе, у тебя здоровая самооценка. Скажи, тебя будет парить что-то, что ты с кем-то повзаимодействовала, мужчина не оценил? Ну ты поняла, сделала вывод, пошла дальше. То есть нормальная женщина, она, да, она взаимодействует с мужчиной. Это взаимоотдавание. То есть мужчина что-то ей дает, женщина что-то дает. Но нормальная женщина, которая отдает больше, чем получает, она на какой-то адекватной дистанции задает себе вопрос. А почему так происходит? И нормальная женщина, она как бы себя так, стоп, 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 что происходит? И она пытается выяснить, она, пыта... она не злится на мужчину, там не предъявляет каких... Она в первую очередь пытается выяснить, почему так. Это либо она косячит, либо он что-то не понимает, либо она какие-то большие ожидания от него строит. Она не живет в бесконечной позиции отдавания больше, больше, чем получает, потому что отношения это рав... плюс-минус равноценный взаимообмен. И даже если она вдруг попала в такие отношения, где мужчина не ценит, она же ценит себя. И тот человек, который ценит себя, в этом не залипает. Либо она пытается выяснить это, прояснить как-то и разрулить это, и что-то вышло, может быть, какое-то недопонимание. Либо она делает вывод, что, ну, видимо, не тот был неправильный выбор, видим, или взгляды разошлись, и нужно двигаться дальше. И она не страдает в больных отношениях. Понимаешь, многие девушки хотят разбираться в мужчинах, хотят влиять на мужчин, но невозможно влиять на мужчин, если ты не умеешь влиять на себя. Я не могу ни на кого повлиять, если не умею влиять на себя. И те люди, которые действительно могут влиять на других, это те люди, которые в первую очередь умеют хорошо влиять на себя, эффективно. Поэтому, если тебе важно разобраться, как влиять на себя, как на женщину, не изображая, не играя роли, не надевая маски, как прокачать себя, как женщину, как научиться в мужчинах видеть не непонятных инопланетян, а видеть помощников, силу, ресурс, научиться с, этим, с этой силой взаимодействовать, когда в итоге счастлива ты и счастливый мужчина, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс Мужчина ⁇ Честная инструкция ⁇ Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и в комментариях пиши вопросы для следующих видео.